Согласно распоряжению мэра города, департаменту транспорта и коммунальному предприятию поручено обеспечить на муниципальном электротранспорте наличие водительского состава средств индивидуальной защиты. В случае крайней необходимости, в случае, если у социально незащищенных категорий населения, это прежде всего пенсионеры, будут отсутствовать маски, тогда водитель сможет, как я уже говорил в экстренном случае, предоставить такую маску для того, чтобы позволить пенсионерам осуществлять проезд в общественном транспорте. Также хочу напомнить одесситам, что проезд в общественном транспорте возможен только при наличии средств индивидуальной защиты, а именно масок. К сожалению, динамика заболеваний увеличивается, поэтому еще раз обращаюсь к одесситам с необходимостью, с просьбой соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Маски будут выдаваться в исключительных случаях пожилым людям, для того, чтобы они могли воспользоваться проездом в муниципальном общественном транспорте.